день работают. Ну, что касается других культур, правительственная комиссия предложила главе республики ввести в Чувашию режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая. Из-за частых дождей почва переувлажнена. Подробнее далее. В прошлом году в это время аграрии вовсю убирали зерновые. В этом году еще не начинали. Частые дожди и, как следствие, переувлажненная почва мешают полевым работам, нарушают рост и развитие растений, вызывают гибель урожая. Мы пока посчитали потери урожая зерновых и зернобобовых. Они у нас могут составить порядка 20-25 тысяч тонн, картофеля 30-35 тысяч тонн. По предварительным расчетам ущерб в пострадавших хозяйствах по всей республике может составить около 500 миллионов рублей. Порадовать аграриев нечем, отметила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Чувашского гидрометцентра Марина Китарьева. В дальнейшем, так скажем, по осадкам нас ничего хорошего не ждет. А в ближайшую неделю, несмотря на то, что все-таки же территория республики будет находиться в зоне повышенного давления, но по северу европейской территории России будет проходить серия циклонов со своими фронтами. И вот эти вот фронты, они будут нас задевать. С завтрашнего дня синоптики прогнозируют постоянные осадки. К ним могут добавиться грозы со шквалистым ветром и градом. Учитывая это, правительственная комиссия предложила главе Чувашии ввести режим чрезвычайной ситуации.